В Пакистане 25 декабря произошел теракт. Это случилось в регионе Баджаур возле пункта выдачи гуманитарной помощи. В результате 40 человек погибли и десятки получили ранения. По словам очевидцев, террористам-смертником была женщина, одетая в паранджу. Она бросила ручные гранаты, а затем привела в действие взрывное устройство. Все это произошло в толпе беженцев, пришедших за едой к стенам представительства Всемирной продовольственной программы. Раненых на военных автомобилях и каретах скорой помощи доставили в больницу в городе Пешавар. Я шел по направлению к больнице. Когда я дошел до того места, какая-то женщина бросила ручную гранату. После этого она взорвала себя. Я упал в канаву и потерял сознание. Я пришел сюда за пайком, вдруг раздался взрыв. Я не стоял в очереди. Сначала был небольшой взрыв, потом еще один. Теракт в регионе Баджаур произошел через день после стычки между пакистанскими талибами и силами безопасности соседнего региона Мохманд, в результате которой погибло 11 солдат и 24 повстанца. Жертвами последней атаки стали беженцы из племени Саларзай, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за этой стычки. Это племя считают главным противником Талибана. Его представители часто поддерживают военные операции против повстанцев.